Эрев топ, уважаемый хохол, Исраэль, Парашат, Терума, Йом Ришон, на воскресенье мы закончили Тора Новим Ктувим, Мишна и Гемара. Сейчас мы сделаем Зор, Безрат Ашем, Ерецон Шейли Мудли Нишмат, Колем Фамим, Вихалам, Вара, Мурдаха, Бен Тамар, Шуль Бен Дворо, Яхель Бен Адизайл, Асахата, Мисер, Уфата, Мисер, Уфа, Шама, Хая, Эстер, Бат Тамара, Ривка, Бацара. То тяжело болит, они химию проходят. Хорошо, молодцы. Давайте всем, всему еврейскому народу. Зоар говорит так. Параша Трума, лист 131, страница 1. Зака амада кадиша де марихон баэ алон векара лон ле карва лон ле габе. Хвала еврейскому народу, святому народу, что Всевышний их желает, их Господин их желает и призывает их приблизиться к себе. Кеден ама кадиша баан лит хаббера ул ала бебе кеништа. И тогда святой народ должны собраться и соединиться. Где? В синагоге. И зайти в синагогу. Собраться в синагогу. Эхоль ман да агдим бекадмета итхабар бишкинта бехигура хада. И говорит, кто раньше приходит в синагогу, чем раньше он придет, чем первым он придет, тем он соединяется со Всевышним одной связью. То есть у него самая сильная связь. Одна связь. Тахазея ук, адмаад, иштаках бевеки ништа, веурит бевеки ништа, закахулеке, де иху кайма бедарга, де цадик бахаде шехинта. Он говорит, идем и посмотрим. Тот первый, кто пришел в синагогу, он находится в синагоге. И там он ждет в синагоге. Хвала его доле, говорит, хвала ему, что он находится на ступени праведника со шхиной. Он один в синагоге. Первый. Говорят, что одному нельзя заходить в синагогу. Да. То, ну, все равно. Веда Иураза, я говорю, вот это секрет, то, что написано в Мишле, Умшахарай, имца унни. То есть тот, кто приходит на шахарит пораньше в синагогу, он найдет меня, говорит Всевышний, найдет мою шхину. Только на шахаре? Да, салик. Нет, и на всякую минху. Ну, на шахаре написано. Первый. Кто первый приходит, то заставит там Бога. Да, салик, бицлику, илла, и он поднимается на высокие ступени. Виитема, хатаненан, бешата, декуча береху, ателе веке ништа, вела ашкахтаман, ассарам, ядкоэс, веата марта, хухад, агдим, итхабар, мишкинта, векайма, бедаргат, децадик. Теперь Зора спрашивает. То, если скажешь, мы учили по-другому, написано, мы учили с вами, что когда Всевышний приходит в синагогу и не находит там 10 человек, он сразу начинает гневаться, не дай Бог. А ты говоришь, что тот, кто пришел первый в синагогу, он соединился со шхиной и находится на ступени праведника. И радует шхину. Эла ле малка дешадар ле холбне мата диштакиху име бейом пелан бедох пелан. На что это похоже? Он говорит, это похоже на царя, который послал сообщение, что в такой-то день, в таком-то месте я буду находиться, и все должны там собраться. Аддагаву мезамне гармайгу инун бне мата агдим хадве ата леагу атар. До того, как все эти горожане в город, который царь приезжал, собрались, один пошел раньше всех на это место и стал ждать. Бенках, бенках, а там алька, ашкахляху, барнаш, дак, дим таман. То между, пока одно за вторым, между прочим, между делом, царь пришел и нашел вот этого одного, который пришел раньше всех. Там, где у них назначена была встреча. Амарле, пелан, мне, эмата, анину. Он ему сказал, дорогой, а где остальные люди этого города? Амарле, маре. Она акдимна минайгу вехайну натан аббатрай лификуда демалка. Он сказал, этот человек, что мой господин, царь мой дорогой, я пришел раньше их, я поторопился, но вот они идут за мной, чтобы исполнить волю царя. Кеден таубене малка вьетифтаман бехаде виштаэ име вит адвиде рехима демалка. И тогда что? Это, конечно же, нравится этому царю.
то, что этот человек сделал. И он сидит с ним, и говорит с ним, и он становится любимцем царя. Бен каху бен ках, ату колама, вит паяс, малька аммехун, вешадалон нишлам. То, между делом, пока он сидел с ним и говорил, пришли все жители города, и царь обрадовался и отправил их с миром. Авал и инун бнеем атала атьян, вехадла агдим лиштаэ камем малькал, ахзаа бегинайху, дехакулху атьян, мияд каис верагиз малька. Но если, говорит, эти горожане не придут. И тот первый, который пришел, он не пришел. По крайней мере, хотя бы он не опередил других и не пришел. Для того, чтобы поговорить с царем, то, что получится, царь, конечно, разгневается. Этот первый хотя бы пришел, какой-то есть, он, если можно сказать, так занимает царя, или он показал, что он ценит царя, что он уважает царя. Уфаха кеван дехадах дим, виштакам и веке ништа, и говорит, и здесь, так как один пришел пораньше и находится в синагоге, ушхинта атья, вашках леке денит, хашавки и рукулу, иштакаху таман. И шхина пришла в синагогу, Всевышний пришел и нашла его там. Считается, как будто все уже пришли в синагогу, эти 10. Деха да урих лон таман, потому что он их там ждет. Мияд итхаббарат име шехинта витьев безивугахад виште муда вахадей утивле бедаргад децадих. Поэтому что? Сразу шхина соединяется с этим человеком, который первый пришел в синагогу и сидит вместе с ним в цельном единении и отмечает его, если можно так сказать, и усаживает его на уровне праведника, на степени праведника. Но если, говорит, один из них не пришел вперед других, по крайней мере, один не пришел, макети, что написано, мадуа бати вен иш. Бог говорит, почему я пришел, и ни одного человека нету. Вен асара лактим. Не написано, почему нету 10 человек. А что написано? Мадуа бати вен иш. Почему я пришел, нету человека одного. И написано 10. Хотя бы один должен прийти. Улитхабра бехадаи лемехеве габай. Нету человека, чтобы соединился со мной, чтобы был со мной, был у меня. Кемада тамар, как написано, иша элухим лемехеве бедаргаде цадик. Написано, человек Божий, быть, чтобы он получил уровень праведника, цадика. Велаот эла диштемуда бехаде вешаил алой иомахад лаате. И не только это говорит. А он, как мы сказали, делает на нем как бы заметки. Он замечает его, он знает его. И если один день он в синагогу не пришел, он спрашивает, где он, почему не пришел. Кемадо, кемна, как мужу. Спрашивает, Бог говорит, где этот человек, когда в синагогу приходил, почему сегодня не пришел? Он сам себе говорит? Слух говорит. Да. Дихтив, где написано, Мибахе мириаду нашоме абеколь авдо. Написано там еще, кто из вас говорит? Боящийся Бога, слышащий голос его раба. Корело Йире Ашем. Бог его называет Йире Ашем. Богобоязный Ашем. Бабе холь йом левет кнесет ришон, ахшав шомея беколавдо, шу яцрара, о, веро ба. Бог говорит, что здесь написано, кто из вас боящийся Бога, слушающий голос раба. Объясняет он здесь так. Говорит, кто из вас боящийся Бога? Где этот человек, который Бога боялся и каждый день приходил первый в синагогу? А теперь слушает голос раба. Кто? Голос раба Всевышнего Ецерара. И не пришел в синагогу. Два человека проходят первый. А? На синагогу два человека проходят первый. Или он, или он. Кто это он? Переход. Заглядец, переход. А, Мелопинхас. Или он, или мы. Мулаесеф. Элиезер тоже приходил, да, Бог ему здоровья. Бедную ногу поломал. Ногу поломал? Элиезер наш, да. Это толстый, который ногу да, поломал? Да, таксист. Так, на такси работает. Что, то, давайте, мусар, сейчас у нас будет урок для женщин, послать своих жен. Очень сегодня? Хороший урок. Да, каждый у нас в воскресенье 8:30. Уже третья неделя, 6 недель будет. Да, так что с работы пришло. То отдохнет здесь, с женщинами чуть-чуть... 6 недель для мужчин было, 6 недель для женщин. Когда для мужчин был, не было для мужчин? Было, все лови. Га-га-ва, и шореш ля арбе аверот.
Им бен адам ла макому, им бен адам ла хаверо. Говорит, гава, гордыня – это корень огромного количества грехов. И между человеком и Всевышним, и между человеком и человеком. Ки горем ла хазик ла хаверо, велисин ото, велисин ото, ульдабер ла шона ра ала, векаэле работ. Это гава приводит человека к тому, что он ненавидит другого человека, говорит про него ла шона ра и так далее. Им бено ла маком шекен, кити верам ла вавеха, вешахахта еда дуна элуэха. И, конечно, и в отношении Бога это так. В книге написано, и поднялось твое сердце, и поднимется твое сердце, и ты забудешь Всевышнего. Да, человек, который богатеет, пару копеек заработал. Ого, я какой молодец. Мне, не дай Бог, никто не нужен. Вям роботен закон вероха, коль мишеш бога сута руах некра тойва. И сказали мудрецы, человек, который такой гордец, наглец, он называется мерзость. Шене Марк написано в Мишле, 47 глава, 8 пасук. Туават Адонай коль гвалев. Мерзость Всевышнего, отвращение Всевышнего каждого, у кого высокомерное сердце. ואמרו בשמתה מן דהידבה וראוי לגדעו כאשרה ואין אפרו ננער ושכינתה מייללת עליו ושקול כעובד עבודה זרה וכופר בעיקר וכאילו בא על כל העריות כולן וכאילו בנה במה ואפילו שיקנה להקדוש ברוך הוא שמיים וארץ שיקנה להקדוש ברוך הוא שמיים וארץ כאברהם אבינו לא ינקה ממדינה של גיהינם וסופו מתמעט ונאסף מן העולם שלא בזמנו. אוהו. הכל שווה גרדס, הוא גברי טק. человек, который гордится, он заслуживает того, чтобы ему сделать не дуй, не дай Бог. Отделить от общины. Здесь. Он заслуживает того, чтобы его отрезали, как дерево Ашера. Что это за дерево Ашера? Это дерево, которому поклонялись. Дерево идолопоклонников. Не дуй, это сколько времени надо сделать? Какое время? Пока не исправится. Если определенное время. Это самый, да, срок? Нет. Если он гордится чем? Собой. Богатством или... Хоть чем. Чем человек может гордиться? Кроме. Ты пошел спать. Кто скажет, что ты завтра встанешь? Да. Чем ты гордишься? Кто ты такой? Некоторые богатства, некоторые торы. Нет, торы не... Нормальные люди торы не гордятся. Потому что чем больше человек торы знает, тем больше он понимает, что он чего он не знает. Сколько он не знает. Поэтому чем гордиться? Кто был самый скромный человек на земле? Моше Рабейну. Как он стал самым скромным? Потому что он поднялся на небеса и увидел все величие Вселенной, Бога, всех его творений. Он сказал, кто бы я, даже я Моше Рабейну. Даже не капля в море. Когда он первый раз, когда он пошел наверх? Да, ну как бы я, вот первый, какой раз когда? То есть это человек, который мог думать, и который увидел все, что я сказал, говорит, кто будет гордиться? Не, он был, он жил... У дома фараона, у него большая корость, наверное, была там. Он как-то спустился. Дома фараона он жил для того, чтобы Бог его туда отправил, научиться, как управлять людьми. Да. То, все. Но... Это была школа, университет там. Дальше. Дальше говорит Мара, дальше говорит Мусар, человек, который гордец, когда будет воскрешение из мертвых. Здесь написано так. Его прах не будет взбит. Нинар, да, вот когда... Прамбуль. А? Не, наоборот, когда ковер выбивает же, пыль выходит. Да. То есть, когда воскрешение из мертвых будет, человек с песка встанет, отряхнется и пойдет. А у этого такого не будет, у гордеца. Энафрон Нинар, он говорит. Он не встанет, что? И он не встанет. И он говорит, и Всевышний плачет о нем. Дальше он говорит, килюбалько, такой гордец. Он, вешакулька уведа водазара, уквекуфер бейкар. Он равносилен идолопоклоннику и тому, кто отвергает основы веры. И как будто он имел интимные связи со всеми запрещенными женщинами в Торе. Те женщины, которые в Торе запрещены, как будто он имел с ними связь. Вот этот гордец. Как будто он построил идола, бама или жертвенник, где нельзя приносить жертвы. Как будто, и даже если он, якне, он как бы сказал, что Всевышний Господин всего, и земли, и неба, как Авраам Авину. Сказал, Всевышний, который сделал, создал небо и землю. Он говорит, в конце концов, он будет уменьшаться, и уменьшаться, и уменьшаться, и уйдет из этого мира раньше своего времени. Это гордец. Гордость равносильна тому всем этим грехам? Да.
Гордость равноценна всем этим грехам. Ваафилу Еровам шекол хахме доро хаю лефанав ки исве хасаде. И даже говорит Еровам, он был такой мудрец в Торе, что все мудрецы вместе взятые были для него как перед ним, как травинки в поле. Он как человек, а они как травинки. Вело хая беторато дофи. И никакого изъяна в его Торе не было. והיה שונה 150 פנים לתורה. И он объяснял Тору со 150 сторон. 150 объяснений он давал Торе. לא נענש ונטרד מן העולם הזה והעולם הבא, אלא מפני גסות הרוח. В конце концов, он был наказан и убран из этого мира из-за своей гордости. Как рассказывают мудрецы, что было, Бог сказал, Яровам, я, ты и Давид, пойдем прогуляемся по Ганедену. Кто первый? Он говорит, кто первый? Как кто первый? Теперь же Бог сказал, я, ты и Давид. Да. Он же сказал, что ты. Он ему понравился. Еще раз, когда человек хватит, что сказал? Он еще из-за своей гордости. Бог сказал, я, Давид и ты. А, Давид? А, первый Давид пойдет? Потом Бог поменял. Бог сказал, не надо, не стоит. Ганеден не пройтись. Маму не калу, не... Вот, и поэтому он из этого мира бы убрали его. Сколько бы Торы его не было, обычно Тора защищает человека. Тора... Она обычно нравится, когда человека нравится. Вот, когда... Ну-ка еще раз, что ты сказал, что ты сказал? Да. Говорим еще раз это. Так это значит, нельзя говорить? Ну, это приятно человеку делать. А это у него гордость была. А Давид будет первый, или там Бенишай будет первый. Не. С Богом прогуляться по Ганедену не стоит. Она не пустит. То... И Аллахот у нас сегодня, Рамбам Аллахот Криачма, глава 2. Говорит Рамбама, Корели, Мафрея, Лояца, Бамедворим, Урим, Беседера, Псуким, Авали, Микдим, Параша, Лапараша, Афальпишену, Рашай, Аниомер, Шеяца, Лифиша, Эна, Семухала, Батора. Говорит Рамбам, человек читал Шма Исраэль задан наперед. Наоборот читал Псуким. На обратную сторону. Ну, я не знаю, почему. Взбрело ему в голову так читать. Он свою обязанность читать Шма Исраэль не исполнил. Шма Исраэль не прочитал. Но если он... Это касается порядка предложений, порядка псуким. Но если он поменял главы местами. Сначала прочитал вторую, потом первую, потом третью и так наоборот. Но по порядку, говорит Рамбам, я считаю, что он... Вышел, мицву исполнил, потому что эти главы не идут по порядку в Торе, как мы их читаем. Или они не идут одна за другой. В Торе они не идут одна за другой. Шма и Ваяем Шамо, они одна в одной недельной главе, другая в другой недельной главе. Поэтому они друг за другом не идут. Поэтому он говорит, человек поменял главы местами, он мицву исполнил. Дальше, говорит Рамбам. קרא פסוק וחזר וקראו פעם שנייה, הרי זה מגונה. Человек прочитал один פסוק, потом снова его стал читать. Он говорит, это неправильно, это отвратительно. קרא מילה אחת וכפלה, כגון שקרא שמה שמה, משתקין אותו. Если он прочитал одно слово, и потом снова его повторил. Как, например, שמה שמה. Ему говорят, закрой рот, его затыкают. Почему? Потому что как будто есть два, к которым он обращается, שמה שמה. И вторая аллаха на сегодня говорит, «Акера а сиругин яца афируша, бен сируг ле сируг, дели гморет кула яца, вируши икра алха седер». Если он читал Шма Исраэль с паузами, он свою обязанность читать Шма Исраэль исполнил, даже если он останавливался на долгое время. Достаточно, чтобы закончить весь Шма, все равно он вышел. Кула, вихуши, кара и расседер. Но главное, чтобы он читал ее по порядку. Как есть, по порядку. Но слушай, потом у него заклинило. Не знаю, что он. Потом дальше пошел, через несколько секунд. Кераа митнамне вихуми шеэно эр вело нирдам бешена яца убильвачи яэр бепасук решон. А если он читал и засыпал, а вышел он из мицвы или нет? Мицву исполнил при условии, что когда он читал первый пасук Шма Исраэль, он не спал, он не дремал. Дремал. Когда он читал Шма Исраэль, он был полностью трезвый, бодрый. Тогда он исполнил мицву, даже если потом читал, дремал и просыпался, Шма Исраэль, он прочитал, мицву исполнил, Баруха Адонай Леолам, Амен ве Амен.